Алло, чё? Здравствуйте. Привет. Я из Питера, я приду сейчас. Кого придешь? Чё вы там это, затеряли? Кого затеряли? Ты куда сейчас звонишь? Я ещё не ответил, приду к тебе. Кому ты звонишь вообще? Заказано на ваш адрес. Кого сделал? Заказано женщину на ваш адрес. Ты просто не заплатил. Алло. Алло, это кто? Я из Кистипля приду сейчас. Кого придешь? Кто это? Кто это звонит вообще? Кто это? Слушай сюда. Внимательно. Я из Кистипля приду сейчас. Зачем? Я приду к тебе. А ты кто? А что ты такой? Кто ко мне звонит? Что я тебе звоню? Ты сам ко мне звонишь? Скрытого номера. Дальше. А что ты ко мне позвонил с скрытого номера? А что ты такой? Кто ко мне звонит? Да ты ко мне звонишь. Где вы живете, а? А что ты ко мне звонишь? Откуда ты взялся, блядь, это? Ты сам ко мне позвонил. Где ты живешь? Я? А тебе какая разница, где живу? Я из Сибири приду сейчас. Я на земле живу. Слушай сюда, внимательно. Ага. Вон, к вам крови здесь два мешка, иди купай. Кого покупать? Вон, давай идите покупайте. Кого покупать на улице стоит? Воруете, наверное, ебан лет. Кого? Штаны дошли. Эти штаны... А, вы делаешь комаров, что ли? Адрес на это перепутали. Штаны нашли. Какие штаны нашли? Где наши штаны? А ты же звонишь ко мне, я не я тебе звоню. Я к тебе не звоню, это ты ко мне звонишь. Ну, говори, говори, я говори. А что говорить? Я ничего не буду говорить. Ты сам ко мне позвонил, вот ты и говори. А я тебе скажу, прямо скажу, нахуй ты нужен кому? Кому нужен? Больше не звоните. А я тебе не звоню, ты сам ко мне позвонил. Блядь, пока голову не разобьешь, наверное, или не перестанешь. Я тебе не звонил, ты сам назвал меня, еще номер скрыл, чтоб я не знал, что... Говори, кто тебе надо? Кто мне звонит? Кого тебе? Мне ничего не надо, ты сам звонишь. Я тут Хаменского смотрю, да? Я Хаменского смотрю, а ты мне звонишь. Я тебе, блядь, сейчас мозги выебли, ебаного, сука. Да я ж Хаменского смотрю, а что ты ко мне звонишь? А я тебе прямо скажу, нахуй ты нужен кому? Ну, я не этот, какого, чтоб это он нужен был. Ну, блядь, я тебя достану, ребятам скажу, А я тебе еще звонил, что ли? Ты сам ко мне позвонил? Ну, блядь, я, блядь, козлик веду сам, блядь, лично. Что лично? Все пиздец вам. За что именно? Я тебя сразу за то, что я встречусь, я, блядь, что ты не дал? Кого? Где встречусь? Ты по телефону воняешь, да я тебе что там, ты сам мне позвонил. Пошли бы нахуй все, ебаные, вместе взятые. Ну ты ко мне позвонил из скрытого номера какого-то и голос через тряпочку говоришь. Я говорю, это хуйчики идут, да? Ну ты тряпочку на окно свою подсунул, чтобы тебе голос не был известен. И ты мне звонишь. А кто такой, когда ты ко мне звонишь? Ну, кто бы тебе звонил? Ты сам ко мне позвонил неизвестного номера. Ну, кому ты звонишь, ты, блядь, сука? Я не сука, что было это? Ты сам мне позвонил. Блядь, я стреляю с тебя, блядь, что ты мне нужно, я тебя задавлю. Кого что-то нужно задавишь?